Всем доброго времени суток. Всем привет. Продолжаем играть Киберпанк. Я достаточно сильно почистил карту. Осталось вот сколько побочек. Это побочки, которые, возможно, будут интересны. Я сейчас затрудняюсь сказать, что где меня привлекло, там, что вызвало интерес. Возможно, что-то из этого все равно еще тоже порежется. Ну, в общем, ближайшие несколько серий будут в виде достаточно сильной нарезки, я думаю. И для начала, наверное, попробуем закрыть кровь и кости. И вряд ли в эти серии войдет все. Потому что мы предполагаем, а как там окажется. Может, там совсем какой-нибудь отстой будет. Я и говорю, очень сильная порезка, скорее всего, будет. Какой это тебе, Ростович? Ослеп, что ли? Логотип Техтроники не видишь? Это СВ-32 Град. Самая крутая снайперка, отвечаю. Крутая? Хочу. Реально крутая. У меня бой назначен. Ты, Бак? Он самый, мать твою. Смотрю на тебя и вижу бешеный Эдди. Поставлю против тебя все, что есть. Я смотрю, ты в себе уверен. Сейчас узнаешь, почему. Это рука. Военная разработка. Титановые кости, углеродное волокно. Могу пальцем в танке дыру пробить. Ну что, крутой. Сосышь и сдриснешь, поджав хвост? Или будем драться? Я... пальцем дырки делать. Ага. Крутая винтовка, да? У меня так-то тоже титановые кости, ну ладно. Крутая винтовка. Что говоришь, у тебя за винтовка? Град? Где взял? На память со службы осталось. А чё? А чё? Просто любопытно. Это вроде ограниченная серия. 300 штук и все для КГБ. Ты смотри. Чё, хорошо в пушках сейчас? Только мы тут не пушки обсуждать пришли, а кости ломать. Ну что, принимаешь вызов или нет? Ставлю 12 тысяч и винтовочку еще свою. Ага. Нет, не хочу. Вот если б ставку поднять. Я же сказал, поставил все, что есть. А ты добавь винтовку. Хотя, если боишься проиграть... Тебе, что ли? Вот уж страх-то. Ладно, винтовку тоже ставлю. Все, идем. F5. Нет, подожди, сейчас надо еды поесть всякой. Главное, не алкоголь. Алкоголь будет мешать. Вот можно аптеку слопать на 20% здоровья, да, наверное. Увеличить раз. Потом можно водички какой-нибудь. Главное, не алкоголь. А ну вот пельмешки. А, ну это не пельмешки, а вонтоны какие-то. Два. И водичка нужна. Вот. Вот так. Ну, на выносливость, наверное, мне есть. Смысла особо нет. Что-то. Хотя... А давай. Чего, гулять-то гулять. Я там еще силу подкачал. У меня сила 13. Ну, я так просто поднимались, уровни поднимались. Я думаю, а чего качать-то? Конечно, мне бы хотелось реакцию. Но я так подумал, что в будущем меня ждут вот эти вот бои. Наверное, я лучше тогда подкачаю силу. Тем более, что в силе есть довольно интересные штуки в виде, вот, допустим, защиты груза. Вы можете ускоряться или стрелять из пистолетов и револьверов во время переноски тела. Или здоровье вот на 30%. Или перезаряжать оружие в прыжке, скольжении или во время ускорения. Офигенно удобная штука. Урон в ближнем бою. Грузоподъемность плюс, но это было. Здоровье восстанавливается на 25% быстрее, когда двигаюсь. Ну, в общем, много полезного, конечно. Было бы круто, если бы получилось раскачать посильнее. Я даже не уверен, что мне это сильно поможет. Но почему бы нет? Ну что, готов? Обосрался уже со страху? Сейчас с одного удара такой, бац его. Давай скорее начинать. Куда спешишь? Не терпится получить по ебалу? Давай драться. Опа! Не думаю, что будет очень легко. В смысле, ноль критическое. Ой, а что там тикает? Ты какое-то кровотечение делаешь, что ли? Наверное.
Опа, опа. Ты смотри-ка, я даже заблокировал его удары. Ты смотри. Интересно, он тебя с одного? Опа. Фига, ты с первого раза. Тихо, а то язык вырву. В смысле, чего? Все, давай сюда винтовку. Да через мой труп. Парни, взять! Ха! Поехали! У него вы деловые. А, так вы все-таки стрелять собрались? А. Или они драться? Ой, божечки. Зачем столько сложности? Помирайте уже. Может, чё, не надо чуть, было чуть, его чуть. Убивать-то? А ты его убил, что ли? Ну, я не знаю. Не, ну надо честно. Ну, тоже здесь верно. Себя. Не, не будет диалога. Все. Я победил. Ибо нефиг. Накинулись на меня такие. Чё там? А, знаешь, Ви... А, нет, стоп. Знаешь, Ви, я знал, что ты далеко пойдешь, но не думал, что настолько. В финале будешь биться с Хьюзом Бритвой, многократным чемпионом в тяжелом весе. Он один из лучших. Ваш бой однозначно войдет в историю. Ага. А можно я... Да, забавно, я ожидал все-таки какой-то более сложный бой. Ну, то есть, перед этим, как бы, у всех какие-то свои нюансы были. Ага. Бам-бам. Мне рассказали, что у вас там баг устроил. Он мне никогда не нравился, рад, что с тобой все хорошо. Да, сам виноват. Ну, в смысле, баг сам виноват. О, 0.5, культовая. Ладно. Поехали делать финальный бой тогда. Я тоже думал, что будет сложнее. Но, видимо, все-таки прокачка силы дала себе знать. Не знаю. Мне просто интересно, что бы было, если бы он по тебе попал. Он не попал ни разу. У меня 830 здоровья. До этого, когда мы дрались первые разы, у меня было здоровье что-то в районе там, я не знаю, 300 можно. Но все равно, даже если в два раза тебя он частенько просто ваншотали. Ну, или считай, он бы меня, наверное, за 4 удара складывал бы. Вот и все. Я не знаю. Возможно, в финале все будет не так просто. По-моему, мы здесь как раз задание делали. Которое? Помнишь, с этим, с дозорным встретились. Куда нас послал этот хмырь. Мы его потом убили. Забыл, я как поняла его звать. Тебя. Будуисты, короче, нам тут. Да, строили. Да, я поняла. Ну, может быть. Алина лад богу салла. Я птанню. Ну ладно. Вот тебе будуисты. Да. А ничего, что мы с ними немножко поссорились? А, Джейк Эстевес какой-то. Привет, мне твой номер дал Эль Капитан. Спасибо за помощь с машиной. Я хотел сказать, что еще не скоро вернусь в Найт-Сити, а у меня там осталась классная тачка. Не хочу, чтобы она ржавела в одиночестве, так что можешь ее забрать. Гоняй сколько душе угодно. Она сейчас вот тут, координаты, глянь по карте. Это рядом с ЖД путями на ранчо. Как интересно, это с какого-то задания, видимо, у меня прилетело. Эль Капитан. А кто это Эль Капитан? Эль Капитан, это, по-моему, в каком-то районе, фиксер. Я не знаю. В общем, халявная тачка, надо будет сходить посмотреть. Да, да. Красивый подгон называется. Задание. Подстава-нибудь какая-нибудь. Финальный бой. Страшно. А что вот у меня там 2 минуты 30 секунд тикает? Где? Ну вот, сверху. 2 бака каких-то по 2,5 минуты осталось. Еда что ли твоя? Да, на вопрос, какая еда? А вы, Цезарь, а тебе разве не нужно сейчас выбирать коляску? Рожают завтра.
А, я понял. Я уже забыл тебя, как ты выглядишь. Где Лосиха? А, вот он. Привет, Лосиха. Смотрю, ты не скучаешь. В следующий раз я такой фон туда дру. Ага. Кто тут еще из знакомых есть? С гранатой должен быть у нас у которой. Кстати, да. О! О, точно, вы еще. Самые крутые близнецы в городе. Как жизнь, парни? Я не близнецы! Я тут один! Короче, нормально у меня жизнь. Бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу. Виктор? Виктор, да. А ты тут что тут делаешь? Вик, что ты тут делаешь? В смысле? Пришел посмотреть на главный бой года. Весь город гудит. Так что ты не подведи меня, давай. Че, он много на меня поставил? Могу подкинуть что-нибудь хорошее. Так, подожди, где это с гранатой? Там чемпион, типа? Видимо, да. Страшно какой. Автографы даю после боя. А я после боя обычно иду бухать. Погоди-ка! Это ты, что ли? После боя тебе разве что больничка светит, если вообще кости соберешь. Ага. Ага. Ой, я могу сесть. Зря ты меня недооцениваешь. Да не спеши ты. Один удар в челюсть и тебя в зубу согнет. Мой результат на ринге 47 побед, из них 20 нокаутом. 0 поражений. И ты станешь 21-м. Это я тебе обещаю. Это не будет у тебя 21-м. Потому что все равно потому у меня есть загрузка. Волшебная кнопка F5. F9, да? F5, F5 и F9, да. И что же такой серьезный чемпион делает среди любителей? Неужто с деньгами напряг? Совсем наоборот. У меня их столько, что не знаю, куда девать. В этом-то и беда. Я начал с низов, вылез из говна, а теперь высоко забрался. Людей это бесит. Фанатам нужно постоянно доказывать, что я все тот же простой парень, каким начинал. А ты, ну просто не повезло тебе. Ага, простой парень. Сидит в вип-зоне, жопу на кожаном диване плющит. Что-то слабо верится в эту историю миллионера из трущоб. Ладно. Пойдем. Надо найти еще этого. Гранаты. Пока не подходи туда. Давай поищем. Я надеюсь, там с ним не случилось ничего такого. Ага. А вот и наша звезда вечера. Нет, нет. Тебя подожди. Мы тут еще не всех нашли. А то он, может, где-нибудь подорвался. Ну, похоже, его тут нет. Странно, всех показали, а его нет. Может быть, расчет тот на то, что он мог подорваться, поэтому его сюда даже не стали делать. Я не знаю. Ну ладно. А, здесь, я думал, здесь еще сверху можно смотреть. Так, ну что, ладно, давай. Перекусим. А не рано? Нормально, наверное, не знаю. Я все съел? Не знаю, съем еще еду. Да. Так и что теперь? Что теперь? Да. Ясное дело, что. Ха! Бой за чемпионский титул. Выйдешь против Ньюза Бритни. Небось, знаешь так? Вроде видал плакаты с его рожей. Какой-то боксер. Какой-то боксер. Совсем ты от жизни отстал. Я даже и не надеялся его здесь увидеть. Он же крутейший спортсмен. У него корпораты, спонсоры.
но его агент нам сказал, что это будет клевым пиар-ходом. Юс возвращается к истокам, потому что он все тот же простой парень с улицы. У меня есть шансы. Хороший вопрос. Ты крутой, очень крутой. Но этот парень, он прямо кипит. Углеродное волокно, титановые кости, гидравлические суставы. Работа лучших биомехаников Найт-Сити. Не знаю. Может, Виктор чего подскажет? Но если уж совсем честно, шансов у тебя маловато. А, то есть предлагают Виктору сходить? Может, оно и получится. Если бритва все равно победит, почему бы не заработать на его победе? Ну, нормально. Не, спасибо. Не, я пас. Эй, ты еще не знаешь, что я хочу предложить. Догадываюсь. Не интересует. Мне победа нужна. В поддавки я не играю. Ладно, как скажешь. Тоже мне нашел, что предлагать. Mm-hmm. Пойдем к Виктору, сейчас пойдем. Так, ну что, вы готовы к бою? Только один раунд. Что? Один раунд, и хватит с тебя. Будешь мне ноги целовать и молить о пощаде. Так, ну что, начинаем? Виктор, Виктор, пойдем. А что он там просто про него говорил? А, нет, ничего. Ничего. Ну ладно. Я готов. Отлично. Дамы и господа, жители Найт-Сити, начинаем наш долгожданный финал. Сегодня в бою сойдутся Юс Бритва и Ви! Не слышу вас! Ну, по своим углам! Та-та-та-та-та-та-та. Давай еще раз выпьем. Я тут так долго болтал. Получается, еду поесть. И попить. О, Виктор. Ты, здорово. Как настроение перед боем? Отлично. Прям руки чешутся. Хороший настрой, это уже половина победы. Только вот одним оптимизмом ты бритву не победишь. Поверь мне. Это как понять? Парень настоящий танк. Реал скин из нановолокна, ударопоглотители. Его можно по башке молотом бить, глазом не моргнуть. Спасибо, успокоил. Да погоди ты, блядь, я не закончу. У него есть слабое место. Ему неделю назад меняли мышцы пресс. И они еще не до конца прижились. Попадешь туда, ему будет больно. Очень больно. А то есть пониже бить. Спасибо. Я это запомню. Соперники готовы? Начинаем! Можно начинать! Давай. Да, начинай. Так, пожалуйста. Ого. Ого. Ага, конечно, мало. Особо не напрыгаешь. А если присесть, попадешь? Может, куда-нибудь там даже ниже можно попасть? Или у него там тоже все в броне? Да я... Нет? Он встает, видишь, сам. Ага, ага. Поэтому я не совсем понимаю. Ага. Титулы приз уходит Хьюзу по прозвищу Бритва. Он ничего наш такого. Чемпион. Ничего нет, сейчас будем пытаться дальше. Да его реально просто технически завалить, по-моему, с этими... Ну да, ты ему неплохо снес. С блоками. Снес. Отлично.
Вот это вот всё мотать уже раз не очень. Надеюсь, что это можно будет пропустить. Пусть победит сильнейший! Классно, он открылся. Не понял, а чего я не ударил-то? Не знаю. У меня глючит. Что такое-то? А что случилось? Я не знаю, анимация глючит. Я вообще ударить не мог, то есть. Что у меня блок-то разработал? До этого блока я вообще не работал, не блочил. Из-за того, что силу прокачал или что? Слушай, может быть. То есть он тебе не пробивал блок? Он не пробивает мне блок вообще. У меня уже голова от этой музыки болит. Та-та-та-та-та. Ему по жопе нормально пролетает. Прячься. А, нет, смотри, пошел. Успел навалять ему. Блок ушел. Что это за полосочка у меня? Может, то, что ты в блоке стоишь, выносливость тратится у тебя, смотри. Нет. Она уменьшается. Нет, нет, нет. Там вверху полосочка с выносливостью. Сейчас вот восстанавливается. А, ты набиваешь что-то. Когда бьешь, она заполняется. Опа, круто. На нос чешется. Терпи. Ожидай, ожидай. Так что такое? Как же здесь тесно? Держи брюху. Делает охрана. Да. О, держись. Не... Вот, вот эта вот анимация, конечно, прикольная. Его подтягивает ко мне просто, и все. Осталось чуть-чуть совсем. Не понял. Тихо-тихо. Как ты тебя крутануло? Не поняла. Не получилось. Да, ё-моё! Аккуратно сейчас.
Legend! Пусть победит сильнейший! Вот я сейчас, по идее, должен был ударить, почему ты не ударил? Там 4% осталось. Ну да. Ви новый чемпион. Интересно, думаешь, на тебя только Вик поставил? Все? Думаешь, я просто так тебя отпущу? Что такое? Думаю, да. Если у тебя мозги есть и жизнь, дорогая. Это только начало. Мы с тобой еще встретимся. Через день, через год. Этот бой не последний. Ну, тогда до встречи. На тренировке не забивай. Да проиграл я! Чего непонятного? А можно вот музыку выключить уже? Вот-вот. Достало, да. Странно, а мне там писали поговорить. Меня может победить только лучший боец. Кто там уходит? Спонсоры? Спонсоры? Или кто? Я предполагаю. А я откуда знаю, что нам теперь делать? Ты, блядь, менеджер! Это твоя работа! Пришел такой в золотых штанах. Поближе к народу. Ты можешь стать... А, не активно доел. Блестяще. У меня отличный тренер. Я думаю, только Вик на тебя и поставил. Поставил ли? Поздравляю. Ты молодец. Вот прямо от души. Эй, прикольно. Так, что там Лосиха скажет? Вот это настоящий бокс! Да такой себе бокс. Модификации нагнали там себе. Всякие. Ага, ну да. Зашибись, все прошло. Бритву просрал. Сколько там? Ну, 1200 точно. Ну что сказать, я хорошая актриса. В смысле? В смысле актриса? То есть ты всю эту историю про отца выдумал? В смысле? Про какую? Ты с ним не поговорил, видимо, вначале. Не понимаю, ладно, мне пора. Да уж, стоило догадаться. Не понял. Мы когда заходили, наверное, с ним не поговорили. Возможно. Давай попробуем загрузиться до боя, попробовать найти этого ребенка. И сохранить главное сейчас. Да, да, да. Странно, но нет тут никакого ребенка.
Ну, не знаю. Вот реклама. Она молчит. Молчит. Может быть, это надо было под давки поиграть, типа? С чего бы нам это вот надо было догадаться? Не знаю. Да, нам не надо было догадаться. Просто. Ну, они же там о чем-то говорили. Так и что теперь? Вроде. Ну-ка, слушай тебя, выкладывай. Только не здесь. Нас могут подслушать. Давай с этим. Может, все-таки я прав, типа, с этим связано? То, что я сейчас скажу, должно остаться строго между нами. Давай без лишней драмы. В чем дело? Гарри Поттер нас ведёшь? Короче, на чистоту. Я понимаю, что в спорте нужно играть честно, но жизнь — штука сложная. Менеджер нашего чемпиона хочет, чтобы он был на высоте. Чтобы весь город гудел про этот бой. Это я к чему? Пропусти пару ударов, сработай не в полную силу. Мирно перейди в горизонталь. Ага. Сколько? До хера. Больше, чем получишь за победу. Почему они никогда не называют числа? Сколько это до хрена в твоем понимании? У каждого своя цена. Купить меня тебе денег не хватит. Ну, дело твое. Это ведь не меня сейчас на ринге размажут. Все, короче, пошли уже назад, а то люди смотрят. А при чем тут девочка тогда? Ну, видимо, ни при чем. Я не знаю. Извини, а, можно тебя на пару слов? Надолго не отвлеку. Конечно, в чем дело? Не в чем, а в ком. В бритве. Мой папа с ним как-то дрался. Давным-давно. Когда бритва только начинал. Папа свалился в третьем раунде. Судья тормознул бой. Только бритва не остановился. 3 минуты еще колошматил. Папа выжил, но... Могу представить. А дальше что было? Ничего. Конец истории. Моей старой жизни. Да и мне самой тоже. Просто бритва должен получить по заслугам. Пускай поймет, что чувствовал мой папа. Поэтому я и здесь, малышка. Спасибо. Буду вот он тебя поставил. Ага. Понятно. То есть, если бы мы сюда отошли, она бы нас убедила, ну, должна была бы убедить в том, что мы не должны тут продувать. Мы должны выиграть и все такое. Что бритва вообще такой вот жестокий. А на самом деле история вымышленная. Все придумала. Ну ладно, понятно. Но я не буду из-за этого теперь дальше переигрывать. Останемся на том сейве. И не хочу еще раз его убить. Это будет долго. Еще раз тра-та-та-та-та, это я не выдержу. Включай. Включай, сейчас пойду. Все, выключаю.